зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу павильон 3х6. Так вот, на минуточку, у нас 4 мая на Урале, вот такое вот 4 мая. Снег по щиколотку, сантиметров 10 нападал в полях. Все, теплица на брусе, пока разгружаемся, начинаем работать. Теплицу мы поставили, зафиксировали к основанию. Покрыли стены поликарбонатом, сейчас будем делать переливы и начнем крыть крышу. Монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 3х6. Пока монтировали, снега выпало, наверное, сантиметров уже 15. Будем смотреть, двери с форточками по торцам у нас. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40х40, 20х40, арка в виде фирмы. Покрашено полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Есть у нас тут диагональные усилители, система подвязки, 4 нитки и 2 коньковые фрамуги на термоприводах. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, обработан, закреплен к земле якорями. Поликарбонат 4 мм, плотность 0,8, все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот отличная, очень прочная, надежная, а главное, очень красивая теплица у нас получилась. А у меня на этом все, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, всем пока.